Более полумиллиона человек посетили Всероссийский фестиваль науки 2011. Среди его участников – десятки ведущих вузов России, международные научные и исследовательские центры, крупнейшие мировые компании, уникальные экспозиции, где к науке и технологии можно в буквальном смысле прикоснуться. Лекции известнейших ученых России, которые в доступной для неспециалистов форме объясняли сложнейшие теории. Редкая возможность встретиться со специалистами лицом к лицу и узнать много нового. Все это привлекло на фестиваль школьников и студентов, их родителей и просто желающих повысить свой интеллектуальный уровень. Среди основных спонсоров Всероссийского фестиваля науки – компания Microsoft. Ее разработки и технологии были представлены на стендах центральных площадок фестиваля, в фундаментальной библиотеке МГУ и в экспоцентре. Специалисты Microsoft представили публике широкий спектр продукции компании в различных форматах. Наибольший интерес у подростковой аудитории вызвали приставки Kinect. Возможность поиграть на них привлекла сотни желающих. Множество восторженных откликов звучало и у стендов с мониторами виртуального телескопа Microsoft Worldwide Telescope. Интерактивный доступ к данным космического телескопа Хаббл и многих других оценили тысячи школьников, студентов и преподавателей. На обеих площадках вниманию посетителей предлагались многочисленные лекции и семинары с ведущими специалистами Microsoft. Среди основных тем – языки программирования Small Basic, Silverlight. А наибольший интерес вызвали лекции о языке коду. Ребята разных возрастов с увлечением создавали свои миры и игры. Подключались и родители. Всем участникам семинаров коду и Small Basic представители Microsoft вручали памятные рюкзаки, диски и ручки. Все желающие могли посетить лекции об операционной системе Windows 7, о пакете программ Microsoft Office 2010 и Visio. В режиме лекций и семинаров обсуждались вопросы безопасности в сети интернет и в целом о развитии различных интернет-технологий. Заинтересованные слушатели узнали о сборнике программ Windows Live, который, среди прочего, позволяет не только делиться любыми файлами, но и получить доступ ко многим ресурсам Microsoft. Была представлена на фестивале и программа PhotoSynth, позволяющая использовать уникальный алгоритм построения бесшовных интерактивных панорам из серии фотографий. Президент России Дмитрий Медведев, говоря о фестивале науки, подчеркнул, что это мероприятие будет способствовать популяризации исследовательского труда, а также поможет в укреплении связей между наукой, образованием и реальным сектором экономики. А министр образования Андрей Фурсенко отметил, что фестиваль привлекает в науку молодежь. Мероприятие и экспозиция, представленные на фестивале компанией Microsoft, немало способствовали реализации данных задач.